Всем доброе утро! На завтрак у меня сегодня манго. Всем привет! Я сейчас собралась на пляж, к нам приехали еще друзья, и мы сейчас все вместе поедем на пляж, загорать, купаться, в общем, отдыхать. Итак, мы сейчас приехали в Central Festival и в магазине АИС мобильной связи покупаем вот такой вот пакет на 30 дней, стоимость его 549 бат. Здесь входит 4,5 гигабайта. Вот, отличное предложение. Также есть вот и на 7, и на 10 дней, и больше. Ну, ребятам на месяц как раз, они приехали отдохнуть, так что покупаем на месяц. Нет? Сегодня так же, как и в прошлые дни, волны большие. Сейчас вам пробую показать. Вот. No ice cream. Здесь постоянно продают, ходят мороженое, разные украшения предлагают. В общем, солнце сегодня очень жгучее. Прям очень жарко. Вот, мы сходили только что в кафе, покушали. И сейчас будем отдыхать, загорать. Так что, вот так вот. Ну что ж, вернулась я уже из пляжа, сегодня немножко подгорела, вот у меня лобик красный, нос и руки тоже немножко попекают, подгорелы. Вот, в общем, нагулялись сегодня, мы шли туда полдороги пешком, потом обратно шли всю дорогу пешком, также еще по пляжу, на пляже, в общем, были, потом еще по супермаркету, зашли в торговый центр и в супермаркете там купили еще кое-каких продуктов. Кстати, я вам сейчас покажу, что же мы купили, что же я купила. Итак, притащила 3 пакета, я, если честно, очень сильно уморилась, устала, потому что находились, и пакеты были очень тяжелые, я их все несла, скажем так, в руках. Итак, купила упаковку салата, здесь у меня микс айсберг с морковкой и с капустой. Дальше из фруктов взяла киви, захотела киви, и также, конечно же, я никогда не прохожу мимо манго. Манго обязательно, вот 3 штучки, 179 бат мне обошлось. Так, манго, киви. Дальше купила черный хлеб. Черный хлеб продают только в Топс-маркете или в Бикси, больше нигде не могу найти, и вот купила наконец-то черный хлеб. Также еще продают такой же нарезной, там с семечками, с зерновой, но его очень быстро разбирают, и я так понимаю, его раз в неделю завозят, так что нужно будет как-нибудь на него попасть и взять сразу пару буханочек. Так, дальше авокадо. Авокадо я обожаю. Так, в этом пакете у меня перец, 2 штучки. Я хочу сделать греческий салат. Для этого еще купила сыр. Так, взяла сосиски. Сосиски это со специями какие-то. В общем, дальше здесь у нас свинина. Здесь у нас курочка, филе куриное. И также помидорки и черри в упаковку. И здесь у меня масло. Это я масло в этот раз взяла не подсолнечное, а соя бин ойл, соевое. В общем, вот такую вот бутылку мне просто, чтобы готовить на нем. Вот мне очень надолго масла хватает, на несколько месяцев. Так, дальше взяла сливочное масло вот такое вот, какой-то с коровкой. И здесь у меня сосиски с сыром, нам очень понравились. Чиз, соус, сосич. В общем, вот такие вот сосисочки. Также
взяла сыр моцареллу итальянскую, вот такую вот, и взяла фета сыр, фета чиз, это специально для греческого салата, и, конечно же, огурчики вот такие вот длинные покупаю. Вот, так что вот такие вот были у меня продуктовые покупочки. Так, я сейчас собралась, иду на вечернюю прогулку с ребятами, мы пойдем в кафе, там кто будет ужинать, кто просто посидеть. Смотрите, как я подгорела. Видно, да? В общем, думаю, что видно. У меня вот здесь вот попекают, руки попекают. Ой, короче, сгорела я немножко. На лице тоже у меня нос красный, лоб красный. И, кстати, днем не так было видно, но сейчас... А, наконец-то у нас... Мусор вывозят. Столько тайцев еще перебирают.